Валечка отмечает юбилей. 95 лет. Позвала подруг. Ну ладно, что? Все будем такие. Позвала подруг, написала, значит, список, напоить чаем, угостить пирожными. На кухне повесила. Пришли подруги, прошли в комнату. Она приходит на кухню, напоить чаем. Взяла чашки, отнесла. Попили. Она возвращается обратно, положила в раковину, видит объявление. Напоить чаем. Ну, она взяла чашку. Ну, и так раз шесть. Ну, там какое-то время прошло, они уходят, спускаются на лифте, выходят на улицу. Она говорит, Валечка совсем плохая стала. 3 часа сидели, хоть бы чаем напоила. Вторая говорит, а мы были у Валечки? Третья спрашивает, а кто такая Валечка? В это время Валечка заходит на кухню, видит на столе пирожные. Вот старые кошелки, даже не пришли.